Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как создать закладки в браузере для быстрого доступа сайта или другим ресурсам. Рассмотрим пример на двух браузерах – Google Chrome и Яндекс. Запуская браузер Google Chrome, мне необходимо создать примерно вот эту закладку – страницу сайта. Первый вариант очень легкий и простой. Нажимаем, выделяется. И где мы хотим создать на этой полосе закладки быстрого доступа, мы в любое место можем поставить эту закладку. Нажимаю левой клавишей мыши, удерживаем ее и переносим ее в то место, куда нам необходимо его поставить. Здесь, можно здесь. Вот она показывается, вот такая черная черточка. Это место, куда будет поставлена эта закладка. Вот примерно здесь давайте поставим. Раз, все. Вот закладка данная установлена. Можно другим способом еще поставить. Нажимаем на звездочку и здесь прописываем, в каком месте будет закладка у нас сохранена. Панель закладок или другие закладки. И выбираем папку, и закладка у нас сохранена. А для быстрого доступа вот здесь есть стрелочка. Если здесь не вмешается на первой полосе открывшейся страницы, и по этой стрелочке мы ищем необходимый тот сайт, который нам необходимо открыть. Теперь давайте рассмотрим другой браузер. Запуская браузер Яндекс. В Яндексе почти то же самое. Вот, например, создаем страницу для быстрого доступа погоды. Выделяем ее. И так же самое левой клавишей мыши удержим ее и переносим в любое место, куда нам необходимо. Сюда раз. И все перенесли. Вот она погода. Сейчас она запустится. Нажимаем на нее. Все. Страница эта открыта. А удалить эту закладку правой клавишей мыши нажимаем. Удалить. Эта закладка удалена. И другой способ, как добавить эту страницу в закладки. Так же самое выделяем ее. Здесь есть флажок. Нажимаем «Добавить страницу в закладки или коллекции». И все, у нас эта страница будет добавлена в закладки или в коллекции, куда мы хотим. Вот коллекцию или панель закладок, или другие закладки. Потом нажимаем «Готово». Все, у нас эта страница добавлена. Вот таким способом каждый сможет быстро добавить ту или другую страницу для быстрого доступа к сайтам или другим ресурсам. До свидания.